Благотворительный фонд «Дорога к дому» опроверг информацию о том, что письменно выражал поддержку одесскому городскому главе. На официальной страничке в соцсетях опубликована информация о том, что благотворительный фонд находится вне политики и его позиция остается неизменной. Открываются все новые и новые факты касательно судебного процесса над одесским городским головой. На сайте странички благотворительной организации «Дорога к дому» появилась интересная информация. По неизвестным причинам одесский благотворительный фонд «Дорога к дому» оказался в списке организаций, письменно выразивших поддержку городскому главе Одессы. Эта информация стала известна во время судебного рассмотрения вопроса об отстранении должности одесского городского головы и была озвучена его адвокатом. Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому» выступает с опровержением этой информации. По каким причинам адвокат городского головы включил данную организацию в список тех, кто поддерживает Геннадия Труханова, неизвестно. Не исключено, что в зачитанном списке могут быть и другие организации, которые не писали никаких писем, но в одностороннем порядке были включены в так называемый список поддерживающих мэра в суде. На сегодня фонд «Дорога к дому» не по своей воле втянут в политическую игру, которая не лучшим образом может отразиться на имидже и организации. Фонд «Дорога к дому» – благотворительная организация, которая оказывает помощь детям и подросткам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, помогает семьям вынужденных переселенцев из зоны военных действий, реализует программы снижения вреда среди представителей уязвимых групп в Одессе и Одесской области. Фонд «Дорога к дому» сотрудничает с представителями государственной власти и местного самоуправления в рамках реализации наших программ, но фонд не занимается поддержкой представителей власти. Интересно, каким еще хитростям прибегнут защитники мэра, лишь бы оправдать свои грязные дела, прикрываясь благотворительными организациями? Это как минимум неэтично и низко, но не для доверяй делам.